Первым делом Иван Ефремович поздравил губернатора с прошедшим днем рождения и зачитал стихи собственного сочинения. А уж потом за круглым столом перешел к теме своего визита. Отдыхая в сосновом бору вешками, я споткнулся и разбил колено. И у меня возникла вещь – отремонтировать там пешеходные дорожки. С 18-го это 71 человек не получил ответа. И не начали ремонтировать. Проблеме много лет, однако до сих пор дорожки отремонтировать не могут. В Министерстве соцблагополучия отметили, о проблеме знают. Сейчас подготовлено техническое задание на разработку сметной документации. В Центре реабилитации «Сосновый бор» благоустроят территорию и обустроят теренкур. Это один из методов оздоровления пешими прогулками по определенным маршрутам. Было обращение по водонапорной башне. В этом году мы заменили водонапорную башню Рожновского, увеличили ее кубометра с 10-25. Сейчас у нас заключен договор на проектную сметную документацию по пешеходным дорожкам. В сентябре, как мы будем понимать, какая будет сметная стоимость этих работ. На 23-й год мы планируем в любом случае выполнение этих работ. Светлана Назарова поблагодарила губернатора за организацию тестового маршрута Новоульянск-Криуша через село Панская Слобода. Ранее жителям села Криуша приходилось добираться через Сенгелей и Большие Ключища. Автобус на линию поставили, а вот остановок не обустроили. Их и попросили жители. 15 числа будет стоять павильон, 15 по нашим планам. Если что-то будет срываться, ну я попрошу главу тогда меня информировать. Ну и я уверен, что там срывов никаких не должно быть, да, Сергей Сергеевич? Алексей, что совершенно стандартно, что там срывов не будет. А вот жители села Тушна Сенгелейского района попросили помочь в благоустройстве родника, который сейчас находится в запустении. По вашему роднику в рамках программы благоустройства родников на следующий год мы приступим и отремонтируем родник. Также в ходе личного приема граждан была оказана материальная помощь семье, где воспитывается ребенок с инвалидностью. Анна Тищенко, Улправда ТВ.